Сегодня Казанский Кремль напоминает большую концертную площадку. Здесь проходит международный фестиваль современной культуры «Кремлин Лайв». Искусство представляют артисты оригинальных жанров – ходулисты, жонглеры, акробаты, эквилибристы и фаерщики. Приехал сам Игорь Бутман с квартетом. Отныне он – почетный президент форума. Накануне меломаны услышали импровизации и композиции из гастрольного турне джазмена по США. Фестиваль продолжится и нынче.